В крае около 9,5 тысяч инфицированных ВИЧ. И это только официальная статистика. В основном уязвима молодежь. И чтобы объяснить, как можно себя обезопасить, стартовал проект «Танцуй ради жизни». Он проходит по всему миру. В Барнаул в качестве посла доброй воли прибыла композитор и певица Дакота. Как танцы помогают быть здоровым – наш следующий сюжет. Проект «Танцуй ради жизни» – международная молодежная добровольческая инициатива. Он направлен на борьбу с ВИЧ и СПИДом и развитие идеи здорового образа жизни, лидерства и значимого участия молодежи. Сейчас около 25 стран участвуют в этом проекте, получается, танцуют по всему миру. В России 31 регион танцует, и таким образом все больше и больше людей становятся вовлеченными в этот проект, танцуют ради жизни и становятся пропагандистами здорового образа жизни. Добровольцы приглашают молодежь, чтобы рассказать об опасности, которая может коснуться каждого. Раньше вообще не задумывалась об этом. Как-то, не знаю, в голову такого не приходило. Тут уже благодаря вот этим вот роликам как-то стало больше понимать. Я считаю, что вообще молодежь должна заниматься творчеством. Так как я сама творческий человек, то понимаю, что когда вкладываешься силы вот именно вот в это дело, уже каких-то там подвывочных таких фетов, как курение, питье, это уже как бы не до этого не доходит. Теперь их объединяет не только желание заботиться о своей безопасности и рассказывать об этом окружающим, но и танец. Он разучивается по всему миру, чтобы потом, объединившись на главном событии проекта, исполнить символ солидарности молодежи в борьбе со СПИДом. Танцуют ради жизни и звезды. Журналист Владимир Познер, хоккеист Павел Дацук, певец Алексей Воробьев и композитор Дакота. Я стараюсь всячески поддерживать эту организацию, не знаю, там в прессе о ней рассказывать, вот приезжать в регионы с такими вот миссиями, как посол доброй воли. И я считаю, это очень важно молодежь настраивать на то, чтобы они заботились о своем здоровье, на то, чтобы они как-то были как-то заботливее к себе, что ли, внимательнее. Девушка приехала в Барнаул, чтобы поддержать проект и дать почву для ног танцующих, задать атмосферу. Вы, если активные и неравнодушные, присоединяйтесь к проекту, помогайте другим становиться сознательнее и танцуйте. Юлия Рознова, Павел Лауренин. Наши новости.